Эй, что-то ты как-то не очень похож на ополченца. Эй, я Уэйд Тейлор, зови Уэйдом. Дикон Сент-Джон. Ни хрена себе! Дикон Сент-Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имидж. Ладно, слушай, не, ну Уэйд, ты посмотри, это ж долбануться вообще. Ну да. Так что ты, типа, пришел завербоваться в армию, в солдатиков? Не знаю, выиграл? Может, слушай, ты, походу, в Одессе был не так давно. Да, друг, вчера я пришел. Ясно, я тут... встречи с полковником или кто он. Я ищу человека, мы были вместе в пути. А. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно, я б такой вдул. Пойду я, друг, мне на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Дикон Сент-Джон. Охренеть, во имя-то. О нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она оружие ему дала. Ну, Сара, где ты? Куда ты делась? Ты здесь. Где-то здесь. Может, в этих палатках? Может быть, здесь? Нет, не здесь. Как мило. Хорошо, что у нас с Сарой не было детей. Потерять ребенка это... Да. Заглянем в эту... Лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Так ведь? А, черт, здесь я тоже нет. Выглядит, что не очень. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Черт, ее нигде нет. Ее здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Сент-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Ты здесь недавно? Я Руми Икеда. Дикон, Дикон Сент-Джон. Это ты тут принимаешь трофеи? Да, до свидания. Бывай. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился? Так, малость. Открывай! Да, в общем, нормально. Если хочешь выполнение, покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сент-Джон. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обугленные. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз. Мы зовем это мертвой зоной. Древесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их повадки. Я же говорю, я в Одессе не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все дотла? Мы ведем войну, Сент-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое Одессе? Ты видел орды? Остановить их может только одна армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Silver Lake. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в Одессе с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали.
капитан здесь? Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Diamond Lake. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди с глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? 2 или 3. Ха. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Пригодится. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Ладно. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте сюда. Эй, постойте-ка. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Стоп, стоп. Зараженный? А ну, пошел отсюда! Что ты делаешь? Работает. Кричать на волка. Да. Когда как? Например? Когда они не голодные. Осторожно, их тут несколько! Вижу! Вроде это последний. Да, похоже на то. Молодец. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Да, вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле? Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Ну, зато теперь они тут расплодились. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших. Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет, чтобы выиграть время.
Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Стой, пригнись, там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отмечено. Их тут повсюду полно. Ну, тогда можно догадаться, почему Васкис пошел сюда. Давайте обойдем. Читаешь мои мысли. Сен-Джон, сюда! Все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задачей сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии – находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Ладно, пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фрика знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, вы это уже говорили. Эй, стойте, слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. Значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Не узнаете своего? Да. Вон он. Ну что, могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете, он тут явно как дома. Подождем здесь, вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого, дерзкая попалась, ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А что, да мне красная повязка, вы мне пока не командир, сидите тут, если хотите. Это люди! Вижу. Ты что думаешь? Я ранен! Там все ходы закрыты. Неужели? Давай!
К тебе идут. Спасибо, вижу. Разберемся с вашим бойцом. Васкис больше не мой боец. Уже нет. Так, покараульте пока здесь. А то вдруг еще кто-то остался. Один справишься? Он и пикнуть не успеет. Здесь можно пробраться. Эй, не-не-не-не, тихо, не психуй, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно, я в сторонку отойду. Женщина, мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно, ладно. Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием! Говорит Коури. Прибыли, направляемся к главным воротам. Оставайтесь на месте. Ждите нас. А как же противник и... Они все нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я, прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь. Мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Ну?
Едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Да где ты служил, Сен-Джон? На всей заварухе. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать, а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в 10-м горном, отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе ЕСАКа. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе. Повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Бывал в этих местах? Да. Я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. По-моему, это значит, вход воспрещен. А? Не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей — это как-то не камильфо. Камиль что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Так куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала? Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла. А не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им да. Представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю.
курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно, пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект. К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевезти кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду, я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истинной любви — это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну это... Moriur invictus. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но
ты ведь потом настоящее кольцо подаришь? То есть это, конечно, да, конечно, красивое. Это ведь просто... все-таки мой перстень. Ну да, его надо он будет твой. Вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. А, черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло? Да, нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Подожди, очень надо, с меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Мою жену звали Бет, и фотки не осталось. Идем.